Вот что пишет Мустафа Шокай в своей книге «Туркестан под властью советов». Я вам прочитаю. Вот, к примеру, Туркестано-Сибирская ЖД, Турксиб. Мы ее не приемлем, поскольку ее проведение послужило поводом к новому наплыву русских переселенцев в Туркестан. Лучшие участки земли отведены этим турксибским переселенцам, а само коренное казахское население загоняется в колхозы, устроенные на каменистой земле у озера с негодной для питья водой, без выгона для скота и пашни, отстоящие на 40-50 километрах. Или же, несмотря на просьбы и протесты казахов, их выгоняют с насиженных мест с богатым сенокосом, хорошей водой и лесом и устраивают их в колхозы без воды, без леса и с негодной для пахоты землей. Смотреть «Казахстанская правда» от 23 октября 1933 года.